крупнейший агитпункт Алма-Аты в новом микрорайоне столицы. Председатель окружной избирательной комиссии Хажимуратов проводит первое совещание агитаторов. На нашем избирательном участке в марте месяце будут голосовать впервые. Это понятно. Еще в феврале месяце тут был огромный пустырь, степь, виноградники. Меньше чем год прошло с тех пор, и возник новый большой микрорайон номер 2 западного района города. 47 новых домов, 2016 благоустроенных квартир получил к Новому году трудящиеся столицы. А вот и наши школы. В начале учебного года здесь было всего 47 учащихся, теперь 987. Ко дню выборов строители сдадут еще 11 домов, вселится еще 500 новых семей. 10 48-квартирных и 32-квартирных домов – подарок строителей ко дню выборов трудящимся Алматы. Сколько людей в нашей республике с благодарностью вспоминает имя этого человека. Профессор Михаил Иванович Брякин, главный хирург Казахстана, заслуженный деятель науки. Нет, пожалуй, таких операций, которые бы не встречались в практике Михаила Ивановича. Эта девочка перенесла тяжелую травму. Теперь Таня здорова и снова смеется. Шестидесятилетие со дня рождения и 35-летие врачебной, научной, педагогической деятельности старейшего хирурга Казахстана в конце января отмечала общественность столицы. Брякину вручается почетная грамота Президиума Верховного Совета Казахской ССР. Собравшиеся тепло и сердечно приветствуют юбиляра, желают ему долгих лет жизни, больших успехов на его благородном поприще. Целинники вручают Михаилу Ивановичу медаль за освоение целинных и залежных земель. Сколько еще удивительных, нужных всем людям дел впереди у этого человека с золотыми руками и щедрым сердцем.